Япония – это страна с многовековой историей и богатой культурой. Но Япония в то же время – страна, где создаются тупейшие телешоу. Итак, топ-5 самых тупых шоу Японии. На 5-м месте шоу «Кто хочет стать мумией». Это, по сути, японская пародия на известное интеллектуальное шоу «Кто хочет стать миллионером». Участник, который за отведенное ему время не отвечает на поставленный вопрос, превращается в мумию. Говорят, что предпочтение отдают участникам, страдающим клаустрофобией. На 4-м месте ролик о странном соревновании, где девушки одновременно дуют с разных концов прозрачную трубку с тараканом внутри, пытаясь загнать насекомое сопернице в рот. Уже спустя сутки после публикации на YouTube появилось несколько десятков копий видео, а суммарное количество просмотров превысило 1 000 000. На 3-м месте шоу «Скользкая лестница». Просматривая японское телешоу, нередко задаешься вопросом, как такое вообще могло прийти его авторам в голову. Например, конкурс, где участникам предлагается взобраться по мокрой лестнице, стойко выдерживая атаки мужчин, находящихся на ее вершине, почему-то одетых в одни трусы. На 2-м месте шоу «Pepper Spray Race». Смысл шоу в следующем. На старте участникам 5-ю точку забрызгивают перцовым спреем. Я так понимаю, что от боли и, мягко говоря, неприятных ощущений они должны быстрее всех преодолевать препятствия. Но это еще не все. Им надо преодолеть бревно, намазанное горчицей, пропустив его между ног. Ну и 3-е испытание – это езда на велосипеде с седлом, которое прикручено нестандартным образом, так чтобы оно давило на 5-ю точку. А чтобы усилить эффект от этого испытания, они еще создали искусственные неровности. В конце дистанции победившего участника ожидает спасительная струя холодной воды. И, наконец, 1-е место. Высшая степень пилотажа и самое честное японское шоу «Поцелуй меня в задницу». По его правилам, двое участников целуют в задницу и ставят на ней засосы незнакомым людям. Но не думайте, это еще не все. Участники должны угадать, кому эта задница принадлежит – мужчине или женщине. Не забывайте оставлять комментарии, ставить лайки и подписываться на канал, чтобы не пропустить ничего интересного.